Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Пока шоу-бизнес выясняет отношения из-за своих позиций по спецоперации в Украине, певица Вика Цыганова решила не отставать от других звезд. Она довольно резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой, покинувшей родину. Если вспоминать творчество Аллы Борисовны, она что, когда-то родину славила? Она пела о себе, о своих романах, вот и все. Я вот общалась с детьми, которые поют народные песни, и у меня, как у русского человека, в такие моменты душа ликует, я вижу свет. А в случае с нашими артистами все было кривляние, просто очень профессиональное и за очень большие деньги, отметила Цыганова. Также она заявила, что никогда не была кремлевской певицей и не сидела у кормушки федеральных каналов. У меня другие ценности, православные. И это не про то, что надо ходить в косынке и длинной юбке, нет. Это разговор о совести и о душе, добавила Виктория. С вами был канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.